Шалом, друзья! Сегодня 2 июля. И я сегодня хочу с вами поговорить о такой теме, которая касается моего сердца. Это тема... Об особенностях последнего времени, об этом сказано немало проповедей, но я хочу выделить одну конкретную деталь — это бунт. Знаете, эта тема не очень популярна сегодня в церквях, и часто слушателя предпочитают об этом не говорить. И если возникает какая-то конфликтная ситуация, они стараются пригласить проповедующего со стороны, потому что ну, должна произойти разъясняющая ситуация, разъясняющая беседа в общине. И это та тема, которую очень ну, люди старательно обходят стороной. Но я хочу вам показать особенности бунта и как он возникает, чтобы нам, как служителям, в последнее время не впасть в эту проблему, не оказаться в проблеме бунтаря. Потому что сегодня это то время, когда каждый из нас должен наблюдать за со состоянием своего сердца. Итак, вторая книга, вторая царств, 15 глава. Вы помните эту историю? Историю бунта Авесолома. Вы помните, Давид согрешил, в его жизнь пришли суды, и как последствия этих судов пророк Натан провозгласил в жизнь Давида, что он возникнет, воздвигнет зло на него из его дома. И вот злом этим был Ависалом, который поднял бунт на своего отца, на тот момент царя, на тот момент помазанника Божьего, который занимал позицию, в которую его поставил Всевышний. Итак, я хочу, чтобы мы увидели, как начинается бунт, как действовал Ависалом, Первый стих. «После сего Авесолом завел у себя колесницы и лошадей, и пятьдесят скороходов, и вставал Авесолом рано утром, и становился при дороге ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесолом, подзывая его к себе, спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авесолом, вот дело твое доброе, и спрашивал, но у царя некому выслушать тебя и говорил Авесолом, о, если бы меня поставили судьей на этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. Я хочу обратить ваше внимание, что Авесолом, он выходит навстречу, он встречает тех людей, которые идут со своей проблемой к царю, и он спрашивает, ты кто, откуда? И он говорит, что в доме царя Давида некому служить тебе, я ответ на твои нужды. Обратите внимание, все начинается с того, что тот, кто пытается втянуть в нас в конфликт, он говорит, я ответ на твои нужды. Я ищу того, кто сегодня недовольный, у кого есть проблемы, и он говорит, я способен решить твою проблему. И обратите внимание, он обнимает его, он целует ему и говорит, если бы я был тем, кто стоит в позиции власти. И обратите внимание, что он говорит, что твое дело правое. Он говорит, что ты прав. А теперь представьте, это человек, который возвращается в свой род, в свой дел. Он приходит и говорит, друзья мои, я сегодня был в Иерусалиме, я встретил одного человека. Это сын Давида Авесалом, который может стать ответом на наши нужды. И, конечно, все колено, оно поддерживало его. Весь род они поддерживали его, потому что понимали, они видели в Авесаломе того лидера, который ответит на их нечаяние. А теперь представьте тот человек, с которым судился, этот предыдущий. И он также оказался прав, потому что Авесолом говорил те же самые ему слова. И ты прав, и твое дело правое, и я ответ на твои нужды. И представьте, и тот, и другой человек, который имеет между собой разногласия и конфликт, они уходят оба уверенные в своей правоте. И оба заинтересованы в том, чтобы Авесолом стал тем лидером, который будет решать их вопросы. Я хочу обратить ваше внимание, что никогда к бунту вас не будут призывать прямо, это будет ну, заувалировано под хорошее Божье дело. И вы помните, что Авессалом сказал Давиду: Давид, папа, я иду принесу в жертвы Господу. Как это выглядит на практике сегодня? Знаете, Авессалом, который вкладывается в сердца наших братьев и сестер, он говорит следующие слова: Я ответ на твои нужды. Если бы я стал лидером сегодня, то я бы поставил тебя, конечно, лидером домашней группы, лидером молитвенного служения, лидером ашерского служения, потому что ты достоин, потому что тебя не ценят. Вот если бы я был, ты обязательно стал бы тем, кем ты себя видишь. Знаете, и все это выдается под хорошее Божье дело, под хорошую Божью ревность. И человек искренне убежденный, что он делает правильное дело, восставая на царя, восставая на помазанника, сам того не замечает, становится бунтарем против власти. И это история, которая касается сегодня каждого из нас, верующих Нового Завета. Потому что этот принцип, он сегодня точно так же действует, как и тогда. И я хочу обратить внимание, что Авесолом начал эм, собирать израильтян вокруг себя. Библия говорит, что он вкрадывался в сердца израильтян. И в Писании написано, в 11 стихе 15 главы написано, Авесолом Пошел из Иерусалима и 200 человек, которые были приглашены им и пошли по простоте своей, не зная в чем дело. Знаете? Тот, кто увлекается и идет за бунтарем, он даже до конца не понимает, что на самом деле такое весолом, он решает свои проблемы. Он пытается занять ту позицию, в которую Бог его не ставил. И люди, которые поддерживают его, идут по простоте своего сердца, они попадают в проблему. Вы знаете, чем закончилась история с Авесоломом? Я хочу прочитать вам 18 главу, отрывок из 18 главы 2 царств. Вы знаете, была битва, было сражение. Давид, чтобы не конфликтовать, он покинул Иерусалим. И он молился, и он переживал за Весолома, потому что он понимал, что тот, кто поднимет руку на помазанника Божьего, он не останется ненаказанным. И происходит битва. И в 7 в стихе 18 главы написано, «И был поражен народ израильский рабами Давида, и было там поражение великое в тот день, поражены 20 тысяч человек». Обратите внимание, с маленького бунта, с маленького бунта, с маленького недовольства, ради благих целей и хороших намерений было поражено 20 тысяч человек. Люди увлеклись по простоте своего сердца, не поняв даже, куда они идут. Что сегодня говорит Новый Завет Бритха Даша? Как мы должны реагировать на то, когда нас пытаются втянуть в конфликт и предлагают кисельные берега и молочные реки, как мы должны реагировать. Знаете, в 15 главе послание к римлянам, есть замечательные слова, которые могут предостеречь каждого из нас. 15, 16 глава послания к римлянам, 17 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учения, которыми вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему, Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Обратите внимание, Писание предупреждает нас, чтобы мы остерегались, производящих разделения и соблазны, и чтобы мы уклонялись. То есть мы избегали общения и всякого соучастия в том, что они сегодня предлагают нам. Он говорит, эти люди, они обольщают, обольщают простодушных, те, которых по простоте своего сердца идут и даже не понимают, что ожидает их за этим бунтом им предлагаю всегда самое лучшее и самое хорошее. Знаете, Петр, он пишет, как мы должны реагировать и что мы должны делать в этом случае, как мы должны относиться к своим духовным властям. 1 Петра, 5 глава, 5 стих также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облеките смиренно мудрее, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Знаете, я сегодня хочу помолиться с вами. Если кто-то из вас находится в бунте и считает, что он достоин большего, Писание говорит, смиритесь. Смиритесь, он вознесет вас свое время. И Писание учит нас быть подчиненными. Если мы хотим увидеть Его руку и Его благодать в нашей жизни, первый шаг к этому – это наше смирение. Дорогой Отец Небесный, во имя Ишуа Мессии я обращаюсь к Тебе. Я сегодня молюсь за тех людей, которые находятся в состоянии бунта, в состоянии недовольства, думая, что они ожидают что-то лучшего, и что тот, кто стоит над ними в позиции духовной власти, он не увидел и не раскрыл их потенциал. Я прошу тебя, Господь, помоги им благословлять тех людей, которых ты поставил над ними. Помоги им молиться и благословлять. Помоги им сегодня смиряться. И я верю, Господь, что придет твоя благодать в ихнюю жизнь. Придет твое помазание. Придет твой ответ. И я верю, Господь, что ключ к успеху это наше смирение. Я прошу, благослови сердца людей, чтобы люди по своей простоте и по своему нерадению не попали в проблему. Я благоставляю Твое Святое Имя во имя Ишуа Мессии. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.